Маленькие гости библиотеки для слепых 12 октября во всем мире отмечают День зрения. В честь этого события в областном центре стартует месячник «Белой трости» для инвалидов по зрению. Это воспитанники специализированных детских садов. Все ребята в очках, каждый плохо видит. Организаторы решили познакомить их с библиотекой и рассказать, как важно читать, несмотря на недуг. Развлекали тематическими играми и викторинами. Наши дети не имеют 100% зрения, даже 80% зрения имеют. Поэтому нашим детям очень сложно находиться и получать информацию различного вида. Поэтому детский сад компенсирующего вида им в этом помогает. Вот. А библиотека для слепых, ну, здесь, во-первых, мы социализируемся. Учим детей переступать через порог детского сада и чувствовать себя непринужденно в различных ситуациях. Презентовали малышам особенный многоформатный сборник «Лесные жители Ивановского края», изданный совместно с историко-краеведческим музеем имени Бурылина. Материалы представлены в трех основных видах – с укрупненным шрифтом, брайлевским, рельефно-точечным и графическим. 14 животных мы взяли. О том, что из себя представляет внешний вид животного, потому что детям это тоже интересно, особенно если ребенок незрячий, то ему сложно представить, да, какого цвета, например, окрас животного, да, чем он там питается и так далее. Таких книг, если позволят финансы, будет выпущено еще две. Одну посвятят птицам, обитающим на территории Ивановской области, вторую – флоре, растительности лесов региона. Издание познакомит маленьких и взрослых читателей с природными богатствами родного края. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.